Привет! И мы продолжаем серию наших видеообзоров, посвященных осушителям от Балю. Сегодня у меня в гостях осушитель Балю BDH-20L. Из названия понятно, что производительность этого осушителя 20 литров в сутки. И в отличие от своих конкурентов, у него очень симпатичный дизайн современной полукруглой формы, интересное сочетание цветов, зеленый и белый, и весь необходимый функционал, и при этом достаточно низкая цена. Что же у него есть? Давайте я вам расскажу про управление. Здесь световая индикация уровня влажности, которую вы можете устанавливать. По достижении этой влажности прибор выходит в спящий режим и включается автоматически, когда уровень влажности в вашем помещении повышается. Автоматическое отключение прибора при заполнении бака для сбора конденсата. Режим разморозки, когда прибор работает при температуре около плюс 10 градусов. Ниже этой температуры желательно прибор не использовать. На задней панели мы видим съемный фильтр грубой очистки, который желательно мыть по мере его загрязнения. А также отверстие для вывода конденсата через шланг, если вы не хотите пользоваться встроенным баком. Объем бака 2,3 литра. Осушитель воздуха Балю BDH-20L – качественный, надежный прибор, выполненный в стильном, элегантном, современном корпусе. Помните, что в условиях повышенной влажности на обоях и под обоями могут образовываться грибки и плесень, а это, в свою очередь, чревато серьезными заболеваниями верхних дыхательных путей и вообще легочными заболеваниями всех членов семьи. С осушителем воздуха Балю BDH-20L вам это не грозит. Балю. Комфорт по доступной цене. Следите за нашими обновлениями. До скорой встречи. Пока.